любовью встретиться. Проблема трудная, но не довертится. Круглая, круглая. И вновь в одном из торгово-развлекательных центров нашего города стартовало новое шоу «Голос без правил». Около 60 благовещенцев подали заявку на участие в этом конкурсе. Но кастинг прошли только 22 участника. Среди них далеко не все имеют музыкальное образование. Многие, напротив, к музыке не имеют никакого отношения. И тем не менее, все соперники оказались очень достойными. Вызвалась принять участие также и моя коллега, ведущая программы «Бизнес-новости» Валентина Сливка. Я скромна, но я вообще пришла как бы разбавить серые будни, так сказать, да, украсить жизнь себе, нашему каналу. Вот. Нет, я всегда оцениваю свои возможности на 100% и стараюсь выкладываться на 100%. Это самое главное. Ну а ребятам, конечно, всегда желаю тоже победы. В первом этапе участникам нужно было спеть любую песню из 80-х. Жюри необходимо было выбрать двух номинантов на выбывание из шоу. Ими оказались Сидорова Людмила и Смирнова Карина. Затем в течение нескольких дней на сайте развлекательного центра шло голосование в поддержку одной из номинанток. Зрители отдали свое предпочтение Смирновой Карине, и поэтому она продолжит участие в шоу. Всем оставшимся участникам предстоит пройти еще 4 этапа. В следующем туре их ожидает музыкальный ринг. Участников разбили на пары, и им нужно будет исполнить песни дуэта. При этом оценивать жюри будет каждого конкурсанта отдельно. 14 ноября состоится финал шоу, где жюри объявит победителей. Призовой фонд, кстати, 80 тысяч рублей. Дежурные, конечно же, будем болеть за нашу Валю. Ну а ты, благовещенец, приходи и поддержи своего участника. Ирина, дежурная по рубрике.